Благодаря функции PowerNap компьютер Mac в режиме сна может проверять наличие новой почты, обновления для календаря и iCloud. А если компьютер Mac подключен к источнику питания и находится в режиме сна, функция PowerNap обеспечивает выполнение резервного копирования вашего Mac с помощью Time Machine на устройство AirPort Time Capsule и загрузку обновлений программного обеспечения OS X. Как включить PowerNap? Нажмите меню Apple, системные настройки и выберите пункт «Экономия энергии». Здесь вы можете включить или отключить PowerNap. В случае, если у вас ноутбук, то вы сможете указать, в каком режиме питания вам необходима эта функция. Если же вы не обнаружили соответствующий пункт меню, значит, для вашего Mac функция PowerNap недоступна.